Рав, получат ли народы мира исправление только от Израиля? Любое другое исправление незаконно или незаконно, а невозможно. Ну, правильно, потому что в соответствии с системой, тот, кто стремится с единением с высшей силой, называется Яшаркель, Исраэль, а тот, кто не стремится к этому, называется народами мира. Таким образом, та часть, которая называется Исраэль, передает свята тем, кто называется народами мира, но при том условии, что он объединяется с народами мира и получает от них хисарон. То есть Исраэль должна обращаться к народам мира, получить от них хисарон. Когда они это делают? Когда? Не во время распространения, во время изгнания. Все изгнание, 2000 лет, это для того, чтобы смешаться, для того, чтобы понять эти хисароны. И теперь они могут даже без распространения народом мира начать исправление, потому что в них есть в обязательном порядке после 2000 лет смешения. Это называется присоединить к себе души народов мира. Не вышел народ Израиля в изгнании, кроме как ради того, чтобы присоединить к себе души народов мира. То есть в нас уже сейчас есть желание Ахапа. И если мы в нашем единстве работаем вместе с Творцом, да, то этот Ахап уже в нас. Это результат изгнания. Поэтому сейчас у нас есть возможность уже избавиться, спастись. И то, что мы сейчас что-то получаем, совершенно точно там наше желание объединиться находится, там уже есть желание Ахава.